Глава Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталья Бишкетова имеет загородный участок во Всеволожском районе. Не так давно выяснилось, что территория общей площадью в 2700 квадратных метров обнесена 5-метровым забором. По оценкам специалистов по недвижимости, общая стоимость объекта может достигать 30 миллионов рублей. При этом годовой доход Башкетовой составляет 1 миллион 900 тысяч рублей.